Добрый день, дорогие мои земляки, саракташцы. Жаркое лето прошло. Погода в конце августа становилась очень хорошая, комфортная для того, чтобы мы с вами прогулялись по Саракташу. Сегодня я вас приглашаю прогуляться со мной по улице имени Дмитрия Андреевича Фурманова. Улица Фурманова начинается от наших знаменитых кенделей. Вот отсюда. Итак, приглашаю вас. Пошлите. Есть у каждого родной уголок, где хмелее мы, устав от дорог. И с друзьями там беда, не беда, и в колодце там вкуснее вода. Позвоните, позвоните домой, вспоминайте старый домик родной. Приезжайте, все оставив вдали, поклониться старикам до земли. Приезжайте, все оставив вдали, поклониться старикам до земли. 100 дорог у нас, домой лишь одна. Ты вернешься в дом, а там тишина. И старушка чья-то скажет упрек: опоздал ты, опоздал на денек. Позвоните, позвоните домой, вспоминайте старый домик родной. Приезжайте, все оставив вдали, поклониться старикам до земли. Приезжайте, все оставив вдали, поклониться старикам до земли. Забываем мы домой позвонить, но не надо на память грешить. Эх, возьму-ка я гармошку свою, вам сыграю, старики, и спою. Эх, возьму-ка я гармошку свою, вам сыграю, старики, и спою. Позвоните, позвоните домой, вспоминайте старый домик родной. Приезжайте, все оставив вдали, поклониться старикам до земли. Приезжайте, все оставив вдали, поклониться старикам до земли. Вот и закончилась наша прогулка по улице Фурманова. Позвоните домой, навестите своих родных и близких. Удачи вам, мои земляки. Всего наилучшего. И до новых встреч на улицах Саракташа.